Друзья, всем привет! Привет, YouTube! Привет, каждый наш подписчик! В этом видео мы с вами поговорим о газоне, а именно, какие работы необходимо проводить на нем в данный период года. Сегодня у нас 10 сентября 2020 года. Напоминаю, я с Украины, город Киев. По прогнозам синоптиков, осень у нас будет очень теплая, особенно сентябрь. На данный момент у нас плюс 28 градусов. Ночи немножко стали уже прохладнее. Итак, начинаем с процедуры. Кошение проводим один раз в неделю. Теперь по поводу полива. Так как ночи стали прохладные, полив нужно убавлять. На своих участках мы поливаем еще в летнем режиме, вечером и утром. Но каждую зону автоматического полива мы уже убавили. Теперь переходим к самому интересному. Это удобрение газона. Все зависит индивидуально от каждого участка, от каждого газона. Если мы приезжаем на участок и видно, что газон тусклый, плохо развивается, газону необходимо дать азота, чтобы он дал зеленую массу, дал, в общем говоря, картинку. Погода сейчас соответствует азотным удобрениям в нашем городе. Мы вносим азотные удобрения и чередуем с фосфорно-калийными удобрениями. Я думаю, всем это понятно. Сейчас мы используем такие удобрения. Селитра аммиачная, нитроамофоска и удобрение собственного производства, которое мы смешиваем с различных удобрений. В состав этого удобрения входит азот, фосфор, калий, сера, магний и цинк. Удобрение хорошо себя зарекомендовало. Мы проводили исследования на некоторых газонах, и оно себя показало с наилучшей стороны. Теперь переходим к сорнякам. Обработка сорняков на газоне. На многих газонах, по наблюдениям нашим, видно, что клевер появляется. Против клевера вы можете использовать всем известный гербицид. Я в каждом видео о газоне о этом гербициде рассказываю. Диален Супер. 50 грамм на 10 литров воды на 2 сотки. У кого на газоне плоскуха, куриная проса, используйте гербицид Пума Супер. С одуванчиком наилучший способ бороться – это выдергивать его вручную. Хочу сказать еще такую умную вещь. Если вы газон вовремя подкармливаете, контролируете полив, проводите вовремя кошение, на газоне будет очень мало сорняков, практически их не будет, так как газон будет сорняки просто глушить. Это при правильном уходе за газоном. Но у кого появился сорняк, используем гербициды, которые я только что назвал. Теперь к обработке газонов от болезней, от грибковых заболеваний. Так как температура воздуха ночью снижается, на газоне появляются грибковые заболевания. Такие как мучнистая роса, определить ее можно на травостое, появляется такой белый налет. Это и есть мучнистая роса. Второе, это ржавчина от перепадов температуры. На газоне появляются рыжие пятна, именно на травостое, точечки, на каждой травинке точечки. Это и есть ржавчина. Вот с чем бороться против таких известных грибковых заболеваний. Используйте Амистар Экстра, Дерозал или Фалькон. Одно из трех. Это проверенные уже лично мной. Они помогают от этих грибковых заболеваний. Обрабатывайте в сухую, безветренную погоду. Всегда используйте респиратор, перчатки, сапоги. Соблюдайте технику безопасности. Давайте перейдем к ремонту газона. Сейчас очень хороший период, чтобы ваши газоны ремонтировать. У кого есть проплешины на газоне, у кого газон по каким-то причинам пропал. Вот сейчас отличный период для ремонта. Подсеваем свои газоны смело. Используем только хорошие семена. ДЛФ Дания, Пиксид Канада, Баренбрук Германия Голландия. Это проверенные семена. Вычесывание или скарификация газона. Это одно и то же, слова синонимы. Если вы увидели, что на газоне образовывается под травостоем желтое
сена, его обязательно нужно вычесать с помощью садовых грабель или же с помощью скарификатора. Для чего делается скарификация газона? Для того, чтобы газон хорошо функционировал, чтобы газон вентилировался, то есть вовремя испарялась влага, чтобы газону поступал свет, солнышко, и чтобы газону поступали все необходимые питательные вещества. Хочу сказать одну очень важную вещь. По возможности проходите свой газон. Делайте каждый день или через день обход всей территории вашего газона. Если вы увидели только первые признаки сорняка или грибковых заболеваний, сразу нужно действовать. Друзья, спасибо за то, что подписываетесь на наш YouTube-канал. Обязательно подписываемся на нашу Instagram-страницу. Ссылочка внизу под видео в описании. Всем желаю здоровья крепкого, здоровых газонов, красивых газонов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!